Особое внимание к спальным районам Анапы. Накануне на площадке возле дома по Ленина 165 были установлены урны. Это место одно из самых посещаемых. Здесь собираются практически все жители микрорайона 3А. И молодежь, и жители преклонного возраста встречаются здесь отдохнуть и обсудить текущие дела. Мест всем не хватало, но проблема решена. Сегодня сюда специалисты Ремстроя привезли новые лавочки. Сегодня наступил счастливый день. Нам привезли лавочки, установили. Спасибо большое. Управляющая компания и управление ЖКХ города следят за данной нашей территорией. Регулярно производятся покостровы. Установили нам скамеечки, урны.